Саш, ну что уже, можно глаза открывать? Нет, девчонки, сначала попробуйте угадать, где вы. Да мы вообще понятия не имеем. Дай хотя бы какую-нибудь подсказочку. Прям маленькую. Здесь очень много воды. Понятнее не стало. Может быть, мы в аквапарке, ну или в гигантском бассейне? Нет, еще здесь очень много морских обитателей. Я не знаю, может он нас на море притащил? А, нет, девчонки, я поняла. Это же океанариум. Да, все верно, открывайте глаза и разворачивайтесь. И это была моя заветная мечта сходить в Москвариум, потому что это настоящий подводный мир в центре Москвы. Ребята, а вы знали, что это один из крупнейших океанариумов Европы? И здесь более 12 тысяч обитателей. Кажется, нам не хватит 24 часа, чтобы все это обойти. Это точно. Ребята, если вы тоже хотите сюда попасть, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Только посмотрите, какие гигантские рыбины. Вот это да! Они, наверное, свинья. Смотрите, какая большая. Интересно, а сколько они весят? У некоторых вес может достигать до 1000 килограмм. Только взгляните на это. В каждом аквариуме своя уникальная декорация. Кажется, эти рыбки родом из Китая. Тут бамбук. Это же настоящий электрический уголь! Он что, реально током бьется? Ау! Ладно, шучу. Не бьется. Только посмотрите, какого он размера! Обалдеть! Таких гигантских рыб я в своей жизни ни разу не видела! Девчонки, я понимаю ваш восторг, но сегодня будут исполняться не только ваши желания, а еще и выполнять вы будете наказания. Что? Какие наказания могут быть в океанариуме? Сейчас вы это и узнаете. Перед вами карточки. Вы тянете любую карточку и выполняете то, что на ней написано. Повезет вам или нет, сейчас мы узнаем. Можно я первая? Какую вытянуть? Так, может быть эту? А, голубый цвет люблю. А, нет, есть розовый. Ну, конечно же. Мое задание – увидеть гигантского осьминога, как Дэвид Джонса. Обалдеть. Вот это классно, на самом деле. Это не сказать, что прям наказание. Прям повезло, так повезло. Я победила. Кто-нибудь видит осьминога? Вот он. Он спит! Вы когда-нибудь видели спящего осьминога? Я вообще не знала, что они спят. Давайте его разбудим. Нам рассказали, что этого осьминога зовут Ося. И, как я понимаю, Ося вот прям как я очень любит спать, вообще ничем не разбудить. Но мы ж пришли к тебе. Вставай! Доброе утро! Мне кажется, мне нравится. Вставай! Наверное, видит там сладкие сны. О боже. Он глазики закрыл, смотрите. Как это мило. Он, наверное, думает, что ему просто что-то приснилось. Мне кажется, ему не нравится, что мы его будем. Нет, просто будет. Обалдеть, он огромный. Какие у него щупальцы. У него щупальцы на кулаки вот так вот похожи. Он вот так. Смотрите. Вот. Только взгляните на его щупальцы. Какой гигантский. Обалдеть, и глазки приоткрыл. Смотрите, он подглядывает за нами. Прищур вот этот вот смотри, утренний. Смотри, какая длинная щупальца, он ее вытянул. Ой-ой-ой, это вот потягушки утренние. Он реально похож на Дэвид Джонса. А вы знаете, что Ося весит 272 килограмма и живет до 4 лет. Видели, в какой-то момент он занял все пространство аквариума. Его щупальца достало вон тот дальний камень. Ой, как я тебя понимаю. Пошел спать обратно. Фуф, моя очередь. Я надеюсь, будет что-то не очень жесткое. Ладно,
Фиолетовый? Да. Да. Нет, подожди. Нет, сейчас. Ну давай, Ксюш, какой у тебя цвет любимый? Ну, фиолетовый, но я не хочу его брать. Синим. Нет. Да. Нет, я возьму вот этот. Побывать на настоящей тренировке звезд. Что бы это значило? О каких звездах вообще идет речь? Вы видите кого-нибудь? Странно, этот аквариум пустой. Он еще и наполнен наполовину. Я вижу нору. Мне кажется, я знаю, кто там. Привет, ты Бенни или Феня? Обалдеть! Какие красивые. Ой, привет! Какой ты хорошенький. Я не могу. Обалдеть, умеют же. Привет! Ой, просит еду, Танцуют, они танцуют! Теперь я понимаю, почему это тренировка звезд. Вы посмотрите на них, какие они хорошенькие. Ребята, если вам так же, как и мне, понравились эти милашки, то подписывайтесь на канал. Следующая очередь моя. Так, что же выбрать? Может быть, красный? А? Нет. Это было бы слишком просто, это твой любимый цвет. Давай как-нибудь по-другому. Давайте тогда... Давай, что это? Кормить пираний! А пираньи, это же те, кто едят людей! Обгладывают до косточек! Нет! Да-да, я читала про них! Это маленькие рыбки. Пойдем их все лишь покормить, с ними же не надо плавать. Машу уже забрали, сейчас ее будут толкать в бассейн вот к этим созданиям чудесным. Смотрите, как они замерли, явно чего-то поджидают. Ребята, я тут! А что это они так зашевелились? Они прям явно, они Машу ждали. Они хотят покушать. Ну, давай, Маш, опусти руку с едой под воду. Что ты так мало опускаешь? Опускай сильнее. Маша, они плывут к тебе. Не знаю, но мне кажется, там плавает человек. Подождите-ка, а Саша сейчас где? Его кто-нибудь после осьминога видел? Нет. Вы хотите сказать, что это сейчас был Саня? А, ну все понятно. Он кормит рыб, времени зря не теряет. Это же рыбка Дори из поисков Немо. Эй, а где же сам Немо? Кто смотрел этот мультик, ставь лайк этому видосу. Это самые невероятные 24 часа, которые у меня когда-либо были. А что это за желтенькая рыбка с рожками? Божечки, какая она милая! А у этого хобот! В этой огромной раковине слышно шум моря. Девчонки, у нас следующий раунд. Ты тянешь первая. Так, какой мне цвет взять? С этой стороны я уже что-то вытянула, возьму с этой стороны. Станцевать вальс с дельфинами. Это то, о чем я думаю? Да. Кажется, я буду плавать с дельфинчиками. Мне просто не верится. Сейчас сбудется моя самая заветная мечта. Но для начала нужно переодеться. Я уже готова. Посмотрите, какая у меня специальная экипировка. А мой дельфин тоже уже приплыл. Какая милота, он просто лапочка. Я глажу дельфина. Какой классный. Я перевернула дельфинчика. Лапочки, какой классный. Лапочка какая. Да, у него очень теплые плавники. Я обняла дельфина! Видели?
Дельфины, кстати, очень умные существа. Они выполняют огромное множество трюков. И сейчас наш дельфинчик Юки нам это продемонстрирует. Сейчас дельфинчик меня покатает. Я буду держаться за его грудные плавнички. Смотрите, как это мило выглядит. Вы видели, как быстро она плавала? Кстати, скорость дельфина может достигать до 50 км в час. Сейчас дельфинчик будет для нас прыгать. Посмотрите, какой мягенький у дельфина носик. Трогать нельзя. Кстати, дельфин меняет кожу каждые 2 часа, поэтому, наверное, он такой гладкий. Ну а сейчас я станцую вальс с дельфином. Они, кстати, тоже танцуют. Как же это мило. Это очень нравится. Ну все, моя мечта подошла к концу. Давайте попрощаемся с дельфинчиком. Ой, сладкая. Ну что, Ань, как тебе? Это было просто волшебно. Ребята, вы видели, как дельфинчик со мной танцевал? А что тебе больше всего понравилось? Очень здорово было, когда дельфин показывал мне язык. Раз Ане так повезло, то я, пожалуй, буду тянуть свой любимый цвет. Поплавать с настоящими акулами. Ха-ха! Это же шутка, да? Мне кажется, что нет. Конечно. Ксюш, если что, мы тебя спасем, ты знай. Но акулы, они же такие миленькие. Вот я и знаю, что вы-то меня и не спасете. Идем, идем, идем. О, не могу поверить, что я иду прямиком к акулам. Да ладно, весело будет. Только не говорите мне, что мне нужно сесть в эту лодку. Саш, я одна не поплыву, у меня ноги дрожат. Давайте кто-нибудь со мной поплывет. Мы? Не-а. Ну, девчонки, я же боюсь. А ты, Саш, поплывешь со мной? Нет. А что делать? Я одна, мне кажется, не справлюсь. Да, Саш, иди с Ксюшей, не мы же с ней поплывем. Вот-вот. Да не боюсь я, не страшны ваши эти акулы. Поплыли, садись давай в лодку. Ну что, Ксюха, поплыли? Да, поплыли. Отчаливаем. Я даже не представляю, как ей сейчас там страшно. По синему морю, зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. Ну как ощущения? Очень страшно. Рыбы пока не подплыли. Подплыли. Подплыли? Да. Фу. Но немножко не те, которые нам нужны. А нам нужны акулы? Нам нужны акулы. Моя задача покормить акул. Ксюша, у меня к тебе плохая новость. Что? Сзади большая акула. Прямо сзади тебя. Ну прямо что, сзади тебя, кормить? Ксюша. Корми ее. Руки не суй в воду. Руки не сую. Она тут. Она просто здесь. Подплывает. Она просто тут. Рядом с нами. Все хорошо. Я не могу разговаривать. Все хорошо. Вон она, вон она, вон она. Вам видно? Офигеть. Она просто гигантская. Она больше, чем наша лодка.
Сука, она всплыла! Вон она! Вот она! Прямо рядом с нами огромная акула! Мамочки! Она вообще не реагирует! Она, по-моему, у нее другая цель, тебе не кажется? Так, не нагнетай, а! Она хочет добычу побольше! Черепаха! Черепаха? Там черепаха! Реально черепаха! Черепаха всплывает, смотрите, какая большая! Обалдеть! Вон она! Если здесь есть черепаха, это хорошо. Да. Ну что, как ощущения? Это было страшно. Я вся теперь пахну рыбой. Но вообще, чуваки вообще спокойные. И мясо они не ели, а ели какие-то более мелкие рыбы. Вот. Но мне кажется, я со своим наказанием справилась. Поэтому я думаю, это заслуживает лайка. Интересно, что же мне достанется? Так, так, так. Ну давайте возьмем любимый цвет Ксюни. Сдержать натиск рыб-снайперов. Рыб-снайпер? А кто это? Ну вот и мое задание, преодолеть натиск рыб-снайперов. Как я поняла, я буду их кормить. Интересно, чем? Нет, девочки, я не буду этого делать. Они страшные. Что значит не буду? Тогда ты не справишься с заданием. Они стреляются водой, представляете? Вы не видели? Он прям меня за пальцы укусил. Вы видели? Они реально плюются. Вот результат. А вот что они едят. И у нас начинается третий раунд. Я тяну первое. Карточек уже осталось не так много. Возьму вот эту. Познакомиться с самыми милыми существами на планете. Я уже с ними познакомилась. Их зовут Бенни и Феня. Они выдры. А может быть, мне тоже что-то классное достанется? Вот они, самые милые существа на планете. Аня, кто это вообще такие? Это же байкальский нерв! Я думала, что они не такие активные, а посмотрите, здесь они настоящие спортсмены! Наверняка они очень мягкие. Смотрите, у них даже шерстка есть. Какие, у них такие глазки милые. И вот на лице как будто бы все время улыбочка. И вот зачем? Я не понимаю, зачем они плавают вверх ногами. Это выглядит очень смешно на самом деле. Но это еще не все. Сейчас у них будет настоящая тренировка. Мы уже столько животных здесь посмотрели, а вам, ребята, кто больше всех понравился, прямо сейчас пишите в комментах. Ура, ура, все начинается! Они машут нам ручкой, прям ладошкой, как это мило выглядит! А теперь они кружатся в танце! Девчонки, они танцуются! Выпрыгнули на бортик! Блин, почему девчонкам попадают самые милые задания? Аня плавала с дельфинами, Ксюха с выдрами игралась. Так нечестно, я без очереди тяну. Стать настоящим другом морских скатов! А я люблю скатов! Сегодня мне везет на кормежку. Сейчас я буду кормить скатов. Я при помощи этих щупалец кормлю скат. Вы посмотрите, какие они огромные! Как только я в воду засунула еду, они начали подплывать ближе.
Вы видели видео? Он съел! Вот маленькие! Они такие все разные! А что самое интересное, они плывут на запах. Есть еще интересный факт. Видите, у них хвостик? Там проходит разряд электричества. Сложно, наверное, когда у тебя глаза наверху, а рот внизу. Вот это я понимаю задание. Самое лучшее, которое было за сегодняшний день. А вы бы хотели оказаться на моем месте? Если да, то пиши в комментарии. В этом чудесном месте есть офигенный тематический магазин. Поскольку вы сегодня здесь 24 часа, разрешаю выбрать все, что захотите. Мне очень нравится выбор игрушек. Смотрите, здесь и дельфинчики, и касатки. Есть маленькие нерпы, с которыми у меня была тренировка. Лягушки-путешественницы и даже большие моржи. Пойдемте, покажу самого огромного моржа. Я выбрала, этот друг поедет со мной. А еще посмотрите, сколько здесь есть мерча. И футболка, и кепка. Все, что нужно для хорошей прогулки летом. Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш классный канал. Всех обнимаем и любим! Ставь лайк и подпишись на наш канал.